Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Константин. Сейчас я проведу для вас презентацию Большого города. Для того, чтобы провести презентацию, мне понадобился раствор для мыльных пузырей. Я вот пол-литра приготовил из жидкого концентрата Big Bubbles Chemical и из Fairy. 20 грамм концентрата, 100 грамм Fairy на литр. Это отставляем в стороночку. А теперь смотрим, что это за зверь. Значит, довольно-таки надежно запакован. Коробочки оставляем в стороночку. Значит, вот что горн представляет из себя. 4, 8, 12 колечек для мыльных пузырей. Сантиметров 20 держалочка. Вот такая вот штука. И тарелка, думаю, грамм 200 жидкости в нее вполне достаточно. Попробуем налить и посмотрим, что из него вылетает. Ну вот, налил я буквально на донышко, думаю, грамм 150. Сейчас проверим. Поэтому по вашим просьбам я и снял это видео.